Вот вышел новый хак от русских рамхакеров, конечно, а вы от кого подумали? Здесь весь смысл в том, что здесь вместо оригинального текста переведено с приколом, то есть абсолютно новый сюжет. Монстры в моей голове. ТМ? Чё? Перевод Иван Пещевр? Пещевр? Ладно, город Саратов. Нет, а почему этот... Добродетель не указал свой почтовый адрес, написал Саратов, написал как зовут, так почему он не написал весь почтовый адрес, чтобы им могли прислать печеньки и благодарность за такой чудесный хак? Так сюжет выдуман, а вот Кашпировский реален, братцы. 2001 Пещевр, 2012, он делал... Эту хуйню 12 лет? Ну, 11, ладно. Так, начнем. Начнем. Думаю, что будет что-то хорошее. Так. Ну, это понятно, это я уже видел. Так, а почему нажать старт никто не перевел? Почему мне застава вот эта иконка вверху напоминает черепашек-ниндзя? Иконку, ладно. Так. Так. Ну, Дракула и Франк. Все, что было. А здесь он просто глюк, а здесь беляк. Ебать, смешно, блядь. Я вот хохочу, не перестаю. Но беру глюка. А чё? Так, кстати, многие в детстве играли в эту игру, как в Batman и Flash. Ребята, вас тогда тоже наебали, потому что это совершенно другая игра. Козлы, я уже выслал к вам своих игрушек. Пока вы смотрели ваше ТВ. Они вас порвут. Вылитый Кашпировский, блядь. А, Кашпировский, ты дико попал. Круто. Да. То есть, вот эту хуйню этот Иван Саратова назвал новым абсолютно продуманным сюжетом. Круто. Так. А в чем изменение еще? Так. И почему Кашпировский был не похож на Кашпировского? Что он? Спрайтики буковок легко нашел? А как заменить ебальник, так не сумел. Ох, русские рамхакеры, такие рамхакеры, блядь. Ну, в принципе, мне здесь особо и говорить нечего, то есть... Развитие сюжета меня как бы не это... Не вдохновляет ее проходить полностью. Я даже не думаю, что здесь есть вообще сюжетные вставки. В принципе, игра-то как игра, но эти смешные переводы, блядь. В общем, ребята, делайте смешной перевод, блядь, делайте его смешным. И обязательно указывайте полностью свой почтовый адрес, чтобы я вам выслал печеньки и благодарность. Да, однозначно. Иван, пришли мне свой адрес, обязательно. А то написал Саратов, как-то... Как-то плохо так поступать, Иван. Ваня, ты это, не стесняйся. В следующий раз все пиши про себя. Ладно,